Видновчане ярмарку ждут. Это факт. Они привыкли, что здесь можно приобрести качественные товары по доступным ценам. Да и ехать никуда не надо. Торговые ряды удобно располагаются в центре города, на площади у кинотеатра «Искра». Одни плюсы. Очень довольна. Здесь что купить. Молодцы, что нам помогаете продукты дешевые выбрать. В магазине дорого. Продавцы очень хорошие, всегда подсказывают. Цены умеренные, а ассортимент богатый. В этот раз на прилавках много одежды. Куртки и пальто, обувь, детские товары. Особо выбор порадует милых дам. Есть чем обновить гардероб к весне, чтобы быть самой красивой и яркой. Кардиганы, джемперы, блузки, юбки и платья. Все из качественных материалов, большой размерный ряд. Российские производители. Тула, Иваново, Казань, Пенза. Очень хорошего качества. Так что приходите к нам. Брючки недорогие, от 800 рублей. Несмотря на то, что зима потихоньку отходит, и жители в ожидании весны популярностью все еще пользуются валенки. Здесь на ярмарке их представлен широкий ассортимент, а также чуни, которые носят дома. Они актуальны круглый год. Очень практично и очень полезно для здоровья. Когда-то в далеком детстве они у меня были. А сейчас просто заинтересовал этот вопрос и обязательно приобрету. В одной из палаток можно найти необходимые товары для дома. Кухонные полотенца и фартуки, банные принадлежности и для сна. Хозяин лавки Игорь имеет своих постоянных покупателей. Они возвращаются сюда за качеством. Мы привозим товар, полотенца японские, покрывала турецкие у нас есть, хорошие подушки, одеяла и комплект постельного белья. Продуктов питания в этот раз меньше обычного, но ассортимент достойный. Много мясных товаров. Внимание заслуживают продавцы из Беларуси. Приехали мы из Беларуси со всей любовью к вам. С Бреста. Свойская продукция, свойское сало домашнее. А смалочка тает во рту. Есть молочечка свойская, есть домашнее масло брестское. Вот попробуйте вот такую вот вам грудиночку дам, свойского копчения. Смотрите, какая вкуснятина. Пробуйте. Ну как вам грудиночка, вкусненькая? Правда, очень вкусно. А также сухофруктов, маринованных грибов и солений. Они, кстати, местные, из Луховиц, без уксуса, на соке лимона. Вся продукция наша проходит лабораторные исследования. Обалденные моченые яблочки. Наши великолепные луховицкие огурцы. Очень вкусный сельдерей с морковью. Но это просто, это кладезь витаминов. Кабачки маринованные. Наша капусточка, естественно, солим ее с яблочным соком в дубовых бочках. У нас еще вот такая традиция солить в дубовых бочках. Ярмарка в Видном будет работать до воскресенья включительно. Поторопитесь приобрести качественные и вкусные товары. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.